Друзья, всех приветствую. Сегодня выехали на завершение сезона в лес. Лес такой красивый, хотим прогуляться по лесу. Наверное, в этом сезоне мы уже больше не приедем за грибочками. В принципе, набрали нормально грибов в этот раз. Год был урожайный, грибов сполна было все. В общем, пойдем сейчас прогуляемся, найдем, не найдем. Даже, ну, нам просто прогуляться интересно по осеннему лесу. Ладно, вперед. Опять уже вот такие вот переростки, уже старые, сидят. Все уже, сезон заканчивается. Вон они старые сидят. Ну вот жена говорит, грузди есть. Груздей нашла. Вон опята были когда-то. Уже вон они засохли даже, сохнут, гниют. Вот. А так лес вот такой вот, конечно. Ну, сейчас мы выйдем, вообще тут красота будет. Здесь-то еще не очень. Здесь он такой загущенный. Вон супруга за кустиком. Ладно, пойдем дальше, посмотрим. Может, под осиновичков найдем. Березовая рощица здесь рядышком. Пойдем туда. Вот такой вот березняк. Ну, лес сухой. Дождей не было в последнее время. Вот на сегодня обещают. Кстати, по-моему, он начал уже накрапывать. Место нам понравилось. Сколько мы нашли, можете увидеть на канале, там сюжеты. И белых подосиновиков, и обычных. И подберезовики, и польский белый, и белый гриб, и грузди. В общем, сыроежки мы вообще на сыроежки не смотрели. Сыроежки, маслята, мы даже их не собирали вообще. Собирали только благородь. Старые, да, грибы стоят? Здесь кто-то был, да? Ну вон старые стоят, да, все уже. А, зверек ковырял. Может, лисичка. Сейчас пойдем посмотрим. Это что? А, так это лось, по-моему. Да, лось, ребят. Удивительно. Ну, у них сейчас гон. Они сейчас везде лазят. Вот так вот. Даже смотрите, как здесь. А что удивляться, они вон по городу бегают. Да, лось. Интересно. Ходил. Вот здесь вот он лежал. Вот он, Алешка, видите? Примято все. Он здесь лежал. Вот он поковырялся здесь маленько. Мох, видите, примятый. Он здесь лежал. И потом поперся дальше. Вот они. Вот он след. Ну, сейчас гон, они сейчас везде. Такой вот лес. Да, вот прям явно Алешка, вот он примял мох. Потом опорожнился и двинулся. Ребят, ну вот нашли все-таки вот таких вот красавчиков на завершение сезона. Лес нас все-таки порадовал. Белые подосиночки. Да, подосиновик белый. Тоже редкий гриб. Какие вот там? Красные подосиновики. А вон там стоят. Ну там уже большие. Они, там, видишь, залезли вглубь, в елки. Березок нету. Пойдем посмотрим. Вон еще стоят. Опа. Ой, да тут не один, блин. Да не три тут. Да, вон еще стоит дальше, но они уже старые. Mm-hmm. Вот эти вот, конечно, красивые, толстоногие такой вот.
очень толстый. Ну да, не очень. Ну такой, ничего. Потешный. Твердый, хороший. Этот, наверное, плохой, да, будет? Я не думаю. Ну, большие-то не будем брать. Да, но нет, он хороший. Он хороший, но не будем брать. Вот еще два стоят. А, он еще. Там большой вообще. А он еще. Такие шляпы. Эти, да, не будем брать. Посмотрим, может, ну, не будем. Зачем? Вот еще. Пойду обойду, подойду к ним. Тоже большой. Здоровый грибище. О! Какой. Ну, старый, конечно, уже. Вот как ни странно, в этом году они почему-то большие, но целые. Все чистенькие. Еще, да? Тот вон тоже лапоть, вон какой был. Большой такой, толстый. О, какой. В картинке. Ну да. Да. Ножку можешь забрать, да? Да я и шляпку надо забрать. Оп, хорош. Чистенький вообще, абсолютно чистый. Ладно, пойдем дальше. Они забрались вот такую вот чернолесье. Пошли дальше. Что интересно будет, покажу. В этом году вот это вот место, секретное наше место, оно нас радует. Мы ни разу не приезжали, чтобы здесь не было грибов. Мы всегда набирали грибы здесь. Не знаю, будем вот такой брать. Он, в принципе, чистый. Да, сейчас покажу. Ну, вот этот покромсаешь маленько. Да видно. А я тебе пойду. Покажу. Красивые. А вот маленьких нету, да? Все большие. О, какие. О, какие. Вот тоже же чистый будет обязательно. Да? Нашел перья рябчика. Видать, кто-то его здесь добыл. Вот они прям валяются много. Много перьев. Здесь, наверное, он немножко отхватил. Перышков много он валяется. Сколько? Еще два. Так хорошие. Сейчас я их подрежу. Копытца прям вот они свежие. Примят мох. Вот он как шел. Вот так вот пошел по этой вот небольшой тропе. И вот Лешку мы видели уже. Здесь он лежал, отдыхал. Вот они прям копыта. Видно, свежий. Вот он шел. Да, он может даже не один был. И сейчас миграция осенняя. Ну, сегодня погода испортится, и после вот этого, вот этих дождей уже похолодает. Березки. Thank you.
Вот такой вот завершающий, я думаю, в этом сезоне подосиновичек нашли. Красивый. И будем, наверное, завершать. Вот супруга хочет еще немножко прогуляться тут по лесу немножко. Ну, немножко нарвали. Нам много и не надо, в принципе. Уже пособирали, отвели душу. Вот такая вот красота везде кругом. Птички поют. Опа. Такой лес. В принципе, в завершении нам тоже дал немножко грибочков. Дал красоты. Здесь вот кто-то, вот видите, напилил и побросал березовый. Так что завершаем сезон. Спасибо лесу. Скажем ему до свидания, до следующего сезона. Ладно, ребят, на этом тоже завершать будем. Смотрите на канале, там интересные есть сюжеты. Белые подосиновики мы не видели, не попадали ни разу. Такого нарвались там прям вообще их. Прям семьями росли, интересно. Там увидите на канале. Ладно. На такой вот нотке завершаем сюжет. Симпатичная природа. Все красиво. До свидания, всем пока-пока.